Значительная часть людей старше 45 лет сталкиваются с проблемами повышенного артериального кровяного давления. Повышенное кровяное давление – как мина замедленного действия. Оно может нанести вред здоровью сердца и кровеносных сосудов, особенно если в сосудах уже начались изменения из-за атеросклероза. Многим людям необходимо регулярно измерять давление, чтобы видеть, помогают ли назначенные врачом медикаменты. Если это давление постоянное, таким образом мы, как правило, просим человека вести такой дневник повышенного артериального давления, где он записывает показатели кровяного давления утром, вечером и пульс. Да. Второй момент, да, то есть если человек меряет это давление электронным аппаратом, да, то лучше это делать, ну, когда мы минут 5 просто посидели, да, в состоянии покоя, да, и сделать несколько замеров с интервалом в 2-3 минуты. Да. И есть такой стандарт, да, что мы меряем давление непосредственно на предплечье, да, где-то сантиметра 2 выше локтевой впадины. Да. Автоматический измеритель артериального давления Амрон-М3. Прибор оснащен системой интеллектуального управления IntelliSense. Интеллектуальные технологии IntelliSense и контроль правильной фиксации манжет обеспечивают комфорт и точность каждого результата измерения. Прибор имеет ряд преимуществ – цветовой индикатор повышенного давления, индикатор нерегулярного сердцебиения аритмии, память на 60 измерений с регистрацией даты и времени. Доступен архив данных для двух человек. Артериальное кровяное давление является важным показателем состояния здоровья человека, поэтому контролируйте его ежедневно, чтобы быть здоровыми.